Вынікі работы за минулый год и планы на 2019. На химзаводе прошел сход членов Гомельского областного союза наймальников. У им удельничали так само представники керавництва областного выконавчего комитета и Республиканской ассоциации предприемства промысловости. Вынікі сустрэчы у сюжете Марины Джалай. Неглядзячы на пэўныя эканамічныя складанасці, мэта прамысловага сектара Беларусі сёлета дасягнуць росту валавага ўнутранага прадукту на 3,5%. Летась было на 0,3% менш. Выканаць гэта будзе нялёгка, адзначаюць падчас ходу і тлумачаць чаму. Конечно, не просто, потому что внешние условия, наше членство, например, в ЕАЭС, где непростые условия сегодня интеграционные идут, и они не просто решаются. Например, наши предприятия сельхозмашиностроения, Гомсельмаш, тракторный МАЗ, они не могут пользоваться субсидиями российскими. Идут процессы признания нашей продукции, которая производится на совместных предприятиях в России, что это российская продукция, они не признаются. И здесь есть сложности. Но правительство Республики Беларусь и наша ассоциация, мы эти вопросы пытаемся решать, и с правительством России в том числе. На Гомельщине дзейнічаюць 230 буйных и сярэдніх промысловых предприемств. Их доля в объеме вырабляемой у Беларуси продукции складает 22%. Но в составе Гомельского областного союза наймальников 63 предприемства. Летась работа объединения была сконцентрованная на трех накірунках. Это социальное партнерство, унесение пропанов по изменению и дополнению, худеющее законодательство и повышение профессийных компетенций работников. Очень много было освещено вопросов по внесению изменений в трудовую законодательство, именно в Трудовой кодекс. И мне отрадно отметить, что ряд предложений наших членов Союза нанимателей, которые мы отправляли в Палату представителей, вошли в новый проект Трудового кодекса. Активно работали предприятия по новому закону об охране труда. И тоже приятно хочу поблагодарить предприятия. Четыре предложения мы давали, два предложения приняты. Следует отметить, что вот именно инициатива, проявляемая сотрудниками предприятий, говорит о том, что им неравнодушно судьба предприятия, на котором они работают, что они думают о том и думают о перспективе продолжения своей работы. Дарэчы, союз наймальнікаў нашага рэгіёна прызнаны адным з найбольш актыўных у рэспубліцы. У гэтым заслуга яго кіраўніцтва і прадпрыемства ў вобласці. Будучая эканомікі падкрэсліваецца на сходзе ў руках наймальнікаў і калектываў. Менавіта яны пра саюз наймальнікаў павінны выносіць на ўзровень урада прапановы, якія ў далейшым змогуць палепшыць эфектыўнасць работы вытворчасцяў і умовы працы саміх работнікаў. Марына Джала, Ігар Марышчанка, Тэлерадыёкампанія Гомель.